Более 1000 молодых наманганцев трудоустроено. Это итоги форума молодежи, в рамках которого развернулись открытые диалоги, адресная поддержка инициатив и решение проблем. Цель – помочь юношам и девушкам найти себя, реализовать потенциал. О комплексной работе по совершенно новой системе материала из намангана. Молодой предприниматель, а уже с большим опытом. И в этом поприще нет предела. Чем больше стремления и идей, тем вероятнее их реализация. Компания, которую возглавляет Бекзот Сабиров из Намангана, небольшая. Но мощность ее определяют совершенно другие показатели. Бизнесмен экспортирует производимую продукцию в Россию и Израиль. Конкурентоспособность здесь играет главную роль. Он прорабатывает новые проекты, планы большие, мотивацией которых, по его словам, послужил форум молодежи Узбекистана, на котором выступил лично глава государства. Что касается доходов, в настоящее время прибыль предприятия составляет порядка 100 тысяч долларов в год. Через два месяца здесь планируется запуск еще одного проекта, после реализации которого будет создано 100 новых рабочих мест. А сейчас о проекте 1+1. Его суть в том, что уже опытный предприниматель передает свои навыки начинающему. Наш следующий герой Азизбек также стремится открыть хоть небольшой, но все же свой цех, используя предоставляемые государством льготы. Таким образом, в Наманганской области с целью осуществления задач, поставленных в ходе форума молодежи Узбекистана, в январе прошли два крупных подобных мероприятия. В результате трудоустроено более 1000 юношей и девушек. Положительно решены обращения более 200 молодых людей. Около 300 человек уже начали работать на основе проекта 1+1. Поддерживаются и реализуются проекты около 50 юношей и девушек. Разработаны соответствующие дорожные карты для предоставления им кредитов на выгодных условиях. А в настоящее время проводится профессиональное обучение заинтересованной молодежи. Профессиям, наиболее востребованным на рынке труда в регионе.